Здравствуйте! Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я вам покажу, как на вашем смартфоне Oppo Reno Lite 4 снести к заводским настройкам все настройки камеры. Для начала давайте разблокируем наше устройство, введем пароль и далее переходим в приложение камеры. Справа сверху видим три горизонтальные полосы, жмем на них, далее заходим в настройки и спускаемся в самый низ. Видим здесь подпункт «Восстановить настройки по умолчанию», выбираем его, подтверждаем, и настройки камеры были сброшены к заводским. На этом у меня все, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, посещайте наш сайт hardreset.info, до скорых встреч!